Как можно в наше время творчество сделать основной профессией, чтобы была возможность себя посвятить творчеству, и чтобы искусство одновременно и давало все необходимое для жизни? Но если мы осознаем, что искусство – это на самом деле мистерия, это когда мы высшие ценности снизводим на уровень понимания людей, то есть это тогда превращается искусство в мистерию. Тогда есть благословение богов и предков, и тогда будет все успешно в этом, на этом поприще. Как вылечить ВСД и остеохондроз, и от какой неправильной установки на жизнь появляются эти болезни? Ну, это неправильное отношение к своему телу, как и любая другая болезнь. То есть на всех трех уровнях, опять же, нужно лечить. На физическом, энергетическом и на духовном. То есть любую болезнь можно излечить, в том числе и эти.